времени суток. Сегодня у нас 8 марта 2024 года. И вот вышла статья, правда, датированная 7 марта. «Москвич обрушил цены. Москвич 3 сбросил 700 тысяч рублей, Москвич 6 подешевел на 500 000». Вот настоящий подарок 8 марта и к ценам. Теперь Москвич 6 стоит, я так понял, от 2 136 000 и 2 626 000 рублей. Кроссовер, Москвич, стандарт. Теперь 1 590 000, то есть 1 600 000 и 1 601 000. То есть там что-то у них какая-то финтифлюшечка стоит чуть дороже. А в топовой комплектации комфорт стало доступнее на 712 000 и стало стоить 1 766 000 рублей. Опять же, я так понимаю, это от. Так, действует до конца текущего месяца, то есть до конца марта. И количество машин ограничено. Ну, все, сейчас все побегут. И комментарии.
спасибо за просмотр.